всем Там внизу идет операция по спасению танка, потерявшего один из траков. Пространство вокруг машины расстреливается пехотинцами, чтобы не дать гранатометчикам боевиков поджечь боевую машину. Офицеры сирийской арабской армии не могут наблюдать издалека, и мы направляемся вниз, чтобы присутствовать на месте проведения спасательной операции. Наш путь лежит через дома частного сектора. Изуродованные дома – это один из ликов войны. Боевики превратились из жилого района в смертельный лабиринт. И чтобы очистить от них город, приходилось воевать за каждую комнату. Каждая стена здесь – это рубеж, который надо было брать. В глубине здания может быть выстрел снайпера-боевиков. Здесь постоянно слышны щелчки снайперских пуль, но никто не обращает внимания на опасность. Все они помнят, но главное сейчас это спасти танк. Я перебегаю за одной стеной и осматриваюсь. Понимаю, что я могу быть заметен снайперу боевиков и прячусь под остатками лестницы. Члены экипажа бронированной ремонтной эвакуационной машины, проще говоря, бренки, невзирая на опасность, крепят трос для начала буксировки поврежденного танка. Позиции боевиков находятся отсюда в 30 метрах. При наступлении подразделений сирийской арабской армии они отступили, но сейчас могут вернуться, воспользовавшись моментом и попытаться контратаковать. Когда трос закрепили, танк делает упреждающий выстрел в сторону боевиков и начинается эвакуация.
понимаю, что мое укрытие может стать склепом, если 47 тонн неуправляемого танка навалится на останки здания. Надо срочно убегать отсюда. Несколько метров трос оборвался. Второй был порван ранее. Брэмк отправилась за новым тросом. Пехотинцы продолжают зачистку внутри зданий, и если танк может поддержать их огнем, то удар не заставляет себя ждать. Экипаж ждет новой попытки вытянуть их из этого проулка. Любое подозрительное движение со стороны боевиков расстреливается. عدنان هو وضح لي عدنان Ударная волна от выстрелов танка сложила близлежащий дом. Обвал здания дал положительный результат. Теперь обломки дома прикрыли левый борт машины. Капитан обходит танк, чтобы осмотреть обстановку со всех сторон. Прибыла Брэнк. Все начинается сначала. Thank you.
класс. Так, она бежит за тобой. Наконец-то удалось вывести поврежденную машину с передовой. Прикрыв буксировку поврежденного танка, экипаж Хусейна начинает прикрывать пехотинцев, приступивших к зачистке последнего дома у автострады. Командиры предположили, что там может быть очередной туннель боевиков. Андрей Филатов, Игорь Надышин, Виктор Кузнецов, Василий Павлов, Марат Мусин, Анна Ньюс, Дамаск.